чехле приклада находится карман для запасного магазина. Обратите внимание, как снайпер забросил ремень за магазин. Как он поддерживает винтовку за магазин снизу. Натянутый таким образом ремень. Затянутый за магазин справа, смотрите внимательно. Ремень затянут под локоть. Стреляющий палец. Стреляющий палец лег на спуск. Смотрите, как натянут ремень. Ремень затянут за локоть. Вся тяжесть винтовки приходится на ремень.